Готовим борщ. Для этого нам нужна будет капуста, морковь, картофель, свекла, лук. Так, нужны еще будут также нам помидоры или томатная паста. Помидоры сейчас у меня замороженные, вот такие вот, я их достала. Летом вообще можно только одни помидоры использовать. Может быть, у кого-то есть не томатная паста, а заготовленные на зиму томаты. Основу борща составляет бульон. Я его уже приготовила вот в этой кастрюльке. Приоткрыла крышечку. Мясо вы берете для борща. Можно взять говядину, можно взять курицу. Говядина, если вы будете готовить говяжий бульон, надо учесть при этом, что мясо это варится порядка 2 часов. Но для приготовления борща, пожалуй, это самый лучший будет бульон. Я взяла курицу для приготовления своего бульона, потому что она готовится быстрее. Бульон из нее 40 минут и достаточно. Вот он у меня уже приготовлен. То есть, как вы готовите бульон, в кипящую воду посолили 1,5 ложки соли, где-то на чуть меньше кастрюльки этой вот у меня было воды. Бросаете туда кусок мяса или курицы и доводите до кипения, при этом пеночку убираете, ставите на медленный огонь. Бульон готов. В кипящий бульон нарезанный кубиками картофель опускаем. То есть, ой, так осторожно, осторожно придерживая, бросаем, опустили картофель. И он варится в бульоне 20 минут. Пока у нас варится картофель, начинаем мы готовить заправку. Режем для этого все наши овощи, все ингредиенты, которые идут на борщ. Порезали свеклу. Можно, кому не очень неловко там резать, можете потереть на крупной терке. Свеклу, морковь, лук порезали. Я порезала примороженные томаты, тоже чуть-чуть корочка оттаяла, и шкурка, вернее, отошла легко. Все, порезала на кусочки. И капусту то же самое. И также чесночок. 2 зубка чесночка измельчили мелко. Томат я добавлю к своим помидорчикам в дополнение. Можете развести 5-6 ложечек томата и чуть-чуть водичкой. Вот и томат приготовлен. То есть все подготовили для того, чтобы делать зажарку. Вот это все продукты, которые нам нужны для дальнейшего нашего приготовления борща. Ставите сковороду на плиту. Наливаете в нее масло, разогретую уже сковороду, налили масло. Масло начинает прогреваться и высыпают наши подготовленные овощи. Сначала лучок. Его. Так. Морковку и свеклу. Так. Начинаем готовить борщевую заправку. Масло вы наливаете где-то 3-4 столовые ложки на сковородочку. Вылили, все, перемешали все овощи. И вот заправочка наша почти готова. Поджарились уже лук в ней, морковь, свекла. Теперь мы начинаем добавлять сюда томаты. Так, я сказала, что буду мешать томатную пасту с мороженными помидорами. То есть я помидоры сюда добавляю. И начинаю их помешивать. Вы сразу можете, у кого нет помидор, томатную пасту, можете сразу добавить томатную пасту, разведенную водичкой. Все перемешать и не забудь посолить. То есть теперь будем дальше готовить нашу зажарочку только солим с горкой чайную ложку соли, помешиваем и все. Теперь она готовится до полного приготовления уже с томатной пастой или с помидорами. Вот так вот до кипения. И до полного приготовления, как только начнет уже закипать, посмотрите.
И так после закипания томатной пасты и томатов должна зажарочка протушиться 20 минут до полного приготовления. Так, бульон наш приготовился, картошка в нем сварилась, и перекладываем мы заправочку, кастрюльку, бульончику. Бульон закипел. Добавляем к нашему бульону, добавляем нарезанную капусту. Всю капусту сюда погружаем. Так, помешали. Доводим до кипения вместе с капустой. Как только закипит, мы сюда, вот уже закипает, добавляем чесночок, лавровый листочек, можно поперчить, слегка поперчить, и зелень, порезанную зелень укропа. Борщик на вашем столе, супомницы, открываем его, идет аромат борща, наливаем в тарелочку. Тщательно украшаем зеленью, посыпаем. И сметанка к нашему борщу, ушко сметанки. Всем приятного аппетита!